Вот такая вот ручка, на которую я уже делал обзор при получении. Около года она уже у меня. Тяжелая, хорошая, увесистая. Пишу я ее очень много, уже вот заканчивается стержень. Хорошая, безотказная. Единственное, оно колпачок очень легко потерять. Вот. Ну и если долго писать ею, то устает рука. А так, в принципе, как была описана ручка для самообороны, довольно-таки неплохой вариант. Натуральная латунь, своих денег стоит, причем стоит она там вообще сущие копейки. Вот. Ею я полностью доволен. И люди, которые ее брали у меня на время, очень сильно хотели оставить себе.